Ну что ж, ребят, всем привет и добро пожаловать на канал Леоми The Legend of Bamba. И сегодня у нас, скорее всего, будет последняя серия по этой игре. У нас последний персонаж, которого я открыл, соответственно, за кадром, потому что надо пройти игру каждым персонажем по два раза. Это охренеть, как дофига серии бы заняло. Проходил я последние три вечера, на самом деле, и... Там много предметов всяких открывалось, в том числе и способности наших персонажей. Последний я проходил за Каина, усложненный вариант, мне там открыли, собственно, ну, последние персонажи, и открыли, по-моему, зубочистки, что ли, или что-то такое. Когда я проходил первый раз, оказывается, ребят, вот эта монетка означает, сколько раз я прошел игру. Одна монетка вот эта вот, она означает, что я один раз прошел 4 этажа. Вторая монетка, соответственно, что я уже два раза прошел игру. И за этот персонаж мне больше уже не надо проходить, для того, чтобы открыть последнего, соответственно. Там еще в один момент, когда я по одному разу за всех прошел, кроме вот этого как раз-таки, я последним проходил за вот это, за Bamba The Stout, а потом за вот этого собирался. Мне усложнилось играть, то есть там писали, что режим усложненной игры теперь активирован. Я пока разницы особо не ощутил, если честно, сколько хотя играл. Единственное, что вот, ну, не ощутил в плане, кроме того, что там стало меньше монеток дропаться, и в магазине, например, сердца красное для восстановления именно, оно стало стоить 4 монетки. Монеток стало дропаться ощутимо меньше, теперь мне не всегда хватает на шприц вместе с тем самым, с рулеткой. Я даже не смотрел описание Empty Bamba... В смысле статы? Spells change with each new room? Чего? Маги меняются с каждой новой комнатой? Охренеть! У него статы рандомные! Я серьезно, я вообще я не открывал даже эту страничку просто специально. Ладно, поехали. Причем на Википедии, по-моему, если не ошибаюсь, там есть картинка этого персонажа, но, по-моему, я когда-то смотрел описание, и там, по-моему, ничего не было сказано. По-моему, когда я хотел посмотреть, как он открывается, хотя, не... хотя тут и так было написано. То ли еще что-то я хотел посмотреть, не помню. Там, по-моему, ничего не написано. Окей, а что у нас за заклинание вообще? Это будет чертовски рандомный забег, судя по всему. Два заклинания. У нас Brimstone есть, Penetrative Attack. А, я понял. Дает ману, как The Most Common Tile. А, ту ману, короче говоря, которых фишек, которых у нас больше всего, судя по всему. Так, ну мне нужны коричневые фишки, мы должны, получается, постоянно подстраиваться под то, что у нас идет. То есть сейчас мне надо именно коричневые фишки сократить. Окей, есть тут такой вариант походить. У нас три хода? У нас три хода. Вау. У нас три хода. Мне надо 6 коричневых сокращать, иначе смысла, к сожалению, будет мало. А здесь еще костяшки так встали, хорошо, вы посмотрите просто. А я их сейчас сломаю, да? А я их сломаю, да. Ладно, сломаем, так сломаем. Так, блокируем вот этого. У нас сердец до хрена просто. Нифига себе, перс. Вот это сейчас будет фаново, ребята. Так, ну, Бримстоуном вот так. Вау, Бримстоун в Bamba. По-моему, я, кстати, тоже его открыл как раз-таки. Или нет? Не помню, честно говоря, когда я его открыл. В упор не помню. Ну ладно, не суть. Там было много просто всяких артефактов, за каждое прохождение каждым персонажем там что-то дооткрывалось. У меня был соблазн на самом деле скачать готовый сейф с открытыми всеми персонажами и пройти за этого персонажа просто. Потому что просто, ну, все равно за кадром бы проходил. Но все-таки я решил к этому не прибегать, ну его в баню. Так, ладно, поехали. Он атакует. Мы можем его сразу же прерывать, просто, ну, потянуть время, скажем так. Ну чего кота тянуть за всякое, если мы можем сразу начать попытаться его снести. Тем более, что у нас есть более чем на это возможности. Учитывая, что у нас три хода, слушайте, три хода, вот это со старту очень приятный буст. То, что у нас будут навыки постоянно меняться, это сделает серию максимально фановой, что я могу тут сказать. Мы будем постоянно адаптироваться. Я вот, кстати, я еще понял, что новичкам, возможно, был бы такой интересный совет в этой игре. Это вот в одном бою попытаться затянуть время, в поисках сердец, например, да, я у меня такое бывало, там, пару раз мне приходилось по с ним забегать, такое делать, и просто смотреть, быстро стараться находить всякие сокращения, и вот что-то такое, я не знаю. У меня, по крайней мере, было после этого, мне было как-то проще некоторое время находить фишки, мне так казалось, по крайней мере. Ладно, так, у нас там коричневые надо сокращать, коричневых мы столько не наберем сейчас. Ну, их, в принципе, нормально. Потихонечку, может, и наберем все-таки. Я не гордый, я потерплю. Подожду. И все в этом духе. Еще себе ход. Так, коричневый не запахло, да? Ну, конечно, коричневый пахнуть не должно. Это немножко странно звучит. Ну ладно. Окей, мы тогда сделаем просто вот так. На семерку его сократим, и все. Нам нет смысла как-то... Опс. Нет смысла сейчас как-то так тут просчитывать все такое. Первые бои пока что с тремя ходами у нас более чем будут лайтовыми и... Просто постараемся быстро их завершать.
Да, и, кстати, я такую тему заметил, что у нас, по-моему, после первой комнаты на первом этаже идет сокровищница. Я всегда думал, что каждые две комнаты она попадает. То есть, две комнаты сокровищница, две комнаты сокровищница, босс. А нет, здесь после первой комнаты попадается. Почему у меня постоянно вот это зависает так надолго? Что не знаю почему. У меня, по-моему, вначале такого не было, а сейчас начал появляться. Казалось бы, бамбу лагать или что? Бамбу зависать? Хотя, казалось бы, игра совершенно требовательная. Reroll the puzzle board. Хорошая штука. Push all front... А, стоп, а смысл? Стоп, а у меня заклинания все будут меняться или только те, которые со старта у меня даны? Допустим, возьмем это. Это будет реролить мне доску, при этом она вроде как реролит именно просто перетасовывает ее, оно не меняет фишки, которые на ней было, если я не ошибаюсь. То есть так, как у бамба, в принципе, есть, у основного бамба есть скилл. А, все, ясно, вообще без разницы, что выбирать. У нас дубинка какая-то. Hits front row enemies plus push. Бьет, я так понимаю, что вот этот вот слой весь, линию, и отталкивает врагов, что ли. Ломает линию, опять строку, и колонну. А, это тот самый, это крест. Это крест Крампуса, если не ошибаюсь, он мне выпадал как раз-таки для Галя. Он, то есть, вот так вот сломает фишки крестом. Change entail to wild. Меняет фишку на звездочку. Понятно. Мне дамажить нечем, короче, сейчас. Надо будет в магазине искать, наверное, какой-то пазл дэмэдж. И скилл дэмэдж по одной штуке на всякий пожарный. Так, что здесь? У нас здесь мух целая гора. Надо защиту пробивать сразу. Не пробивать, наоборот, набирать. А набирать защиту особо вариантов нет, если честно. Этот будет подходить к нам. Надо набрать за один ход, за два хода, за шесть действий, три. Или двоих вынести, одного вынести. Попытаться. Допустим. Как мы можем защититься-то? Весь ход потратим сейчас на защиту, просто получится. Это обидненько будет. А можно попытаться сразу ее проатаковать. Сверху вот коричневые откуда могут прийти? Вот отсюда может прийти коричневая, вот отсюда может прийти коричневая. Во! Нет, стоп, если я сделаю... Думал, сейчас смогу найти ход, чтобы ее проатаковать. Если так сделать... Думаю, сейчас вот, если мы вот так сделаем, мы можем вынести одну муху, но мы не сможем заблочить две другие. Черт, у меня начал проклевываться сейчас ход в одно время, я что-то его как-то резко потерял опять. Сделать так... А потом направо сдвинуться, у нас тогда все порушится. Ладно, давайте так попробуем, допустим, чтобы не тянуть время уж слишком сильно. А там дальше будет, что уже видно. Что получится, то получится. Такс. Ну, коричневый есть вариант сократить. Один раз тут, допустим. А, и второй раз наберется. Отлично, второй раз слева соберется. Сначала думал здесь как-то попытаться вот это использовать, которое ляпнется. Ну, окей, юзаем так, как нам дают, собственно. Там желтенькие как-то кривенько встали, можно было получше. Но, в принципе, за три хода можно получить два обратно. Не очень выгодно. Выйдет для нас. Так, этот еще раз делится на более маленькие пижамы. А, нет, за два хода можно получить два хода обратно. Тоже имеет хоть какой-то смысл. А можно за три хода... Так, во-первых, тебя еще обездвижить. Хотя, может, стоило... Стоит вот так сделать. Стоит это пробить. От правой будем защищаться. А тут сейчас набираем тонну просто ходов. Семерочка, отлично. Change any tile to wild нам пока что. А, в принципе, можно. А, стоп, это надо в нужный момент ставить. То есть я могу любую фишку. То есть я поменяю вот здесь. Мы сократим. Поменяю, допустим, где еще? Все, больше негде менять так, чтобы сократилось сразу же. Это прикольная тема. Это гораздо удобнее, чем просто звезду где-то в рандомном месте пихануть. Но мне бы пятерочку бы сократить. А лучше семерочку. Семерочка есть вариант вообще? Если, допустим, сделать вот семерочку, по-моему, нет вариантов особо. Ну, нет, попытаться можно. Значит, что, сделаем семерку. Сейчас будет семерка. А, все, закончился ходы, да? Ладно, подождем. Стоп, надо вот это учесть, что здесь кость прилетела сейчас сюда. Переставим звезду сюда, и все, все враги крошатся. Ну или почти все там, может быть, кто-то один останется, если он неудачно как-то поварет. Но я не представляю. Скорее всего, все сдохнут. Просто этот еще вот, да. Ну, все равно ходов хватило, ладно. Так, отлично. Что у нас тут дальше будет? Блин, персонаж прикольный.
какие у нас навыки дальше? Блин, постоянно надо адаптироваться на то, что тебе дает игра, но я так понимаю, что в целом персонаж как бы более-менее сильный, но его в один момент может подвести то, что ему выпадет. Poison Attack, ядовитая атака. Flips Arrow of Tiles. Flips, о, я знаю эту тему, я с ней пробовал играть. Не помню, по-моему, это было не на записи. Это интересная штука очень. С ней сначала было тяжело пользоваться, она, короче говоря, переворачивает слой. То есть она центральный слой, он не двигает, потому что здесь у нас 9 фишек, она его инверсирует. Соответственно, центральный остается. Вот эта фишка станет, которая была на шестом слоте, считая слева, она станет на четвертом. Это, соответственно, с седьмого на третий, с восьмого на второй, с девятого на первый. То есть вот так вот оно поменяется. Прикольная штука, кстати, пользоваться можно иногда бывает. Например, вот эти две желтые у нас встали бы вот сюда. Если мы это используем. Реролы колонн тайл. Реролит колонну. Окей. Кто-то даже немножко разогнался с переводами в этой игре, называется. Потому что здесь такие слова все, знаете, более-менее повторяющиеся, к ним можно привыкнуть более-менее. Так, надо одну муху хотя бы снести, мы ее сносим. От второй будем защищаться, а дальше будет видно. Или... Да, придется защищаться, мы сейчас ее не сможем. А, или стоп, можно сделать, в принципе, вот так. Ее просто обездвижим сейчас, а потом, возможно, уже сможем ее снести. Надо еще со второй что-то сделать, успеть. Колумн Тайл подождем пока что. А теперь давайте думать. Во-первых, одна отлетает сразу. Допустим, эту уберем. Вторая может еще подождать. Вот красные мухи бывают на каком-то на четвертом этаже, по-моему. Они безумно противны. Они, во-первых, взрываются. Я думал, что они взрываются только хилят врагов. На 2 хп увеличивает всем врагам, если не ошибаюсь. Это уже причем в АОЕ области вот какой-то там, может быть, плюсиком, может быть, еще как-то, не знаю. Что очень уже само по себе неприятно. Так это мало того, что они еще и как бы меня дамажат, и при этом они щит, то есть из вот этих вот коричневых фишек, они проламывают на 2 ячейки сразу. То есть они бьют очень больно. Вот те прям были максимально неприятными. Давайте пробуем здесь рерол. Немножко не это искал я, ну ладно. В принципе, можно зарядить разок, допустим, в ухо, а потом ее добить, допустим, на следующий ход, но при этом предварительно поставив себе щит. Ну, давайте вот это, допустим, сменим. Не знаю, что там тут еще поменять такое. Так, а мы сможем как-то так поставить себе щит, чтобы еще и проатаковать ее на этот ход? А, по-моему, не сможем, ну и ладно. У нас, в принципе, нет смысла сейчас как-то так заморачиваться. Она все равно нас ударить не успеет даже. Кстати говоря, вот эта штука подоспела, правда, нам ее сейчас нигде использовать. Да. А, у нас еще ход есть. Вот так делаем и пропускаем. Так, муха готова. Я, кстати, пришел к выводу, тому, что реально из первых боссов 100% сложнее всех тот, который нам сейчас выпадет. Стопудово он сейчас выпадет. Пипер, или как он назовется, который с глазами, короче говоря. Это просто закон подлости, он должен выпасть. Он такой противный. Ну давай, покажи мне. А, стоп, золотая комната сначала. Ё-моё, почему такая прогрузка долгая, я не знаю. А, дает белую ману. А нам смысла нет. Типа без разницы вообще интересно. Вот это будет заменяться на рандомные. Ха. А если это будет на рандомные меняться заряжаемые активки? Destroy spells gain 10%. Оно потом, либо оно не будет меняться, либо если оно будет меняться, то оно должно заряжаться каждую комнату по новой. Я брать правое не хочу, потому что если оно не будет меняться, а у меня есть предположение, что оно реально не будет меняться. Ну вот Пипер, да, как раз я про него и говорил, что он самый противный. Потому что у нее есть две защиты, которые не пробить. Которые постоянно надо... И игра зависла. А, нет, все нормально, все прошло. Так, у меня запись прервалась. С записью все нормально, думал, все, игра сдохла. Что это такое? У меня один раз было такое, что у меня была активка, метроном, что ли, как назывался она, которая дает рандомное какое-то использование. И после нее она, по-моему, активировала у меня то ли кости сверху, то ли еще что-то. И у меня, короче, все, бамба повис. То есть он ни на что не отвечал, никакие клавиши не работали. Он делает 3 хода, по одному ходу каждый на один глазик, на второй глазик и сам по себе. То есть он сейчас глаза в центр, скорее всего, сведет. И сам начнет атаковать. Либо одним из глазов начнет тоже атаковать, может быть. Вместо того, чтобы сдвигать его. Но в любом случае, мне нужен щит по центру. И щит по бокам желательно, чтобы эти глаза просто убирать их и все равно от них защищаться. Так, а что у меня тут? Hits front row, enemies плюс push, отстойная активка. Гейн мана.
так себе. Move Agile Row on One Right. Вот это хорошая тема. Надо зубы сокращать. Charges Random Usable. А, ясно. Бесполезно. Очень плохой бой с боссом сейчас будет, ребят. Не очень крутые артефакты мне выдали. Ну, поехали тогда так. Сейчас поставим тройную защиту по центру, мы сможем всех задефить, в принципе. А, стоп! Вау! Вау! Все, ребята, это вин. Мы можем их спокойно в бока убирать, их, и они мне ничего не сделают. И при этом я еще сейчас желтый на следующий ход тройные сокращу. Правда, это не то, что много ходов даст. За три хода сократить. То есть три хода трачу, четыре получаю. Ну, ладно. Все равно это было красиво и приятно. Можно такая тактика еще как есть, как вариант просто копить ману, а мы сейчас, знаете, как сделаем? Мы сейчас еще вот это сократим. Разогнался, это как. Семерочками просто выдаю только на раз-два. Ну, я так сейчас себя увереннее начал чувствовать в игре, когда вот начал играть подряд несколько дней, то есть... А, и, кстати, да, то есть они вот бывают на боссах, я уже не первый раз замечаю, что на боссе... Это также работало, по-моему, на боссе, который вызывал... Возможно, знаете, это, по-моему, работало на боссе, который вызывал огоньки при получении урона. И, возможно, такая тема, что вот эти кости, они попадают по уязвимым целям, в первую очередь. Которых можно, вернее, сломать или убить. То есть они не попадают по препятствиям, которые нельзя разрушить, могут попасть по какахам, которые ломаются. И по вот этим вот они, соответственно, тоже не попадают, потому что они не умирают. Возможно, что вот так. Это не точно, это мое предположение, но, по крайней мере, я такого уже замечал. Как здесь семерку-то сделать, а? Семерка бы его добила, я скажу так. И я его добью с семерки, в принципе, только надо ее сообразить, как собрать-то ее вообще. Ну, можно, допустим, очень долго... Черт. Я этого не планировал. Можно очень долго, но мы здесь можем не париться абсолютно, потому что слишком много мы тут наставили защиты, что нас просто не пробить. Главное, чтобы мне вот это проклятие не упало вот сюда. Именно. А он защиту убрал. Тогда прощай, дружище. Он защиту убрал, это ты зря. Я теперь могу не зацикливаться на семерке. Оно бьет. Фу ты, оно бьет весь фронтальный. Точно, я ж не могу выбрать сам. Нафиг ты его подвинул. Плюс пуш. А пуш, что это, стоп? Может, это сдвигает направо, а не назад? А, стоп, эта штука назад просто не может въехать, точно. Так, ну ладно, пропуск тогда. Да, атакуй, молодец, просто гениально. Ну тогда мы тебя просто банально сносим очень легко. Вы посмотрите, у меня 6 монеток, мне сейчас, блин, на лотерею может не хватить. Не, на лотерею вроде как нам всегда хватает, если ошибаюсь. Но их прям ощутимо меньше падает, 18, да. Я прям оценил на самом деле артефакты, активки, которые дают тебе просто монетки. Если они выпадают тебе в начале рана, это прям за каждый этаж тебе добавляют плюс шприц практически. Один удачи или may at life steal эту атаку. А при атаках может, короче говоря, захилить. Дракула Тиф. Зубы Дракулы, они мне попадались уже. Удачу я не знаю, честно говоря. Мне с двумя удачами, в принципе, криты шли достаточно часто. Но у нас будет одна удача, не знаю, сколько это актуально. Давайте для постраховки возьмем себе Дракула Тиф. Зубы Дракулы. Вау, что это? А у него тринки продаются? О, кости плюс один дамага. Дает один дамага when hard. Я вот не знаю, when hard, может быть, когда я получаю урон, что ли? Что-то подобное у меня было, по-моему. Кстати, какой-то персонаж, по-моему, как раз-таки, по-моему, Бамба. Да, обычный Бамба, он увеличивает свой дамаг на один ход. За каждый пропуск удара в предыдущем. То есть его побили, и он бьет сильнее, но только на один ход, если не ошибаюсь. Я вот это хочу взять. Это 100%. Рандом стат плюс. Это желтый шприц, да? А, такое себе. Это на одну комнату будет работать, верно? Если на одну комнату, то это трэш. Если не на одну комнату, то зачем она здесь находится? Ну, не то чтобы трэш. Это как бы на финальном боссе было бы неплохо, но не более того. Я пока что поэкономлю деньги. Возможно, в следующий раз крутанем колесо два раза. Я, кстати, не обратил внимания, что у нас там было в колесе, потому что не у всех персонажей статы одинаковые. То есть, например, у синего Бамба, как я сам заметил, как и мне написали в комментариях тоже, у Деба, Бамба за Дед, точнее, мертвый, у него нельзя получить плюс один дополнительного хода. У какого-то Бамба нет чего-то другого. У Бамба за Нидл, у него, по-моему, два этих самых, две удачи вообще там находятся. Которая постоянно просто выпадает. Так, мы можем, в принципе, практически... Сколько
сколько это даст дамага? 4 или 5? Если 5, то мы можем снести. В любом случае, наверное, стоит это сделать, да? Стоп! Они же сократятся раньше времени. Тут ты, блин. Мозга куриная. Так, а что за скиллы? Hearts everyone, including you. Including you, это что значит? Типа, исключая меня, наверное, да? Иначе это было бы трэш. Destroy a column of tiles. Сломает колонну. А, дает звезды и проклятие, понятно. Радуга, это знакомая, часто попадалась. Это бесполезно для нас сейчас. Так, ну значит, будем копить эти две фишки и постараемся всех их снести моментально в конце какой-то ультой такой своеобразный. Ну а пока что играть от защиты. Он атакует, понятно. Я полностью разобрался, кстати говоря, ребят. Я думаю, что многие негодовали от этого, хотя мне так кажется, по крайней мере. От того, что я не понимал, как работают эти вот дымки, которые оставляют эти мобы. Полностью разобрался, как они работают. Они, короче говоря, если... Блин, я сейчас сказал полностью разобрался, сейчас начал быть неуверенным. Они, короче говоря, если у тебя атака проходит насквозь этой штуки, именно атака, то она атакует тебя в ответ. Даже если там цель убита, или ты, не знаю, в деф попал, или еще во что-то такое, не суть. Главное, что это атака. То она бьет тебя в ответ. Наносит только один удар, соответственно, ломается об эти самые, об какахи. Если у тебя пошла не атака, а ты, например, кинул сопельку, или враг находился, например, сблизи, а этот дымок этот сзади, то ничего он не сделает. По-моему, как-то так он работает все-таки. То есть, в целом, если знать, это не такая опасная штука. Так, Make Wilds Courses, не надо нам этого. Так, у нас надо 4 кехи собрать. Кстати, если мы ударим каблуком нашим, вот это сагрится на нас или нет? Не знаю. Вот этого без понятия. Ну, чтобы ударить так, нам придется, конечно, здесь потратить ходов прилично. Давайте, допустим, пусть будет. Я поставлю сюда и ударим каблуком, проверим. Не атакуют все-таки. Да, понятно. Значит, оно только по цели, которую оно, собственно, защищает. Ну, или если через нее проходит на наш выстрел какой-то. А, окей. Inclusion Q, щит, включая меня, все-таки переводится. Угу. Судя по тому, что у меня тут половинка сердца синего. Проверили, больше проверять не будем. Так, вот это у нас добивает центрального. Я, по-моему, когда-то у меня была вот эта нога мамы точно, но я не помню, использовал я ее или нет. И больше юзать, ну не то, что не буду, но в обычных комнатах уж точно предпочту обойтись без нее. Потому что я так понимаю, что мы никак не можем защититься от нее. Никакой деф здесь не спасет. Так, ну добиваем его, ладно. Половинка синего сердца неприятный, конечно, так, знаете, что такой осадочек остается. Но я не думаю, что это скажется на итоговом, как бы, на итоговом результате забега. В целом, за счет того, что персонажа 3 хода, он может играть в основном от пазлов. Но все-таки, слушайте, а если бы мне выпал бой, я чувствую, его проблемы в конце будут. Attacking enemies take damage. А, атакующий враг получает урон или что? Или атакуемый враг получает урон. Не понял. Remove styles and throw them. А, ломает фишки и дамажит. Ну пусть будет вот это. Кстати, возможно, что заклинания меняются на ту же самую категорию. То есть дамаг на дамаг, пазл на пазл. Вот не знаю, сейчас надо бы с этим на это обратить внимание. Проблемы будут, если мне выпадет тот же каблук, например, да? Тогда, когда у меня будет комната, где враги имеют иммунитет, например, к пазлам. И мне надо будет каблуком 100% дамажить. Я просто не смогу выйти оттуда без получения урона. Максимум могу отхиляться, но это будет чертовски долго. Судя по всему, да, по категориям оно распределяется. Я думаю, что 2 атаки мне надо как раз таки иметь на всякий пожарный. Так, атакует всех нелетающих. Это отличная штука. Она здесь 2 раза поражать и всем кирдык, кроме этих. Не знаю, в какую область оно будет ломать, скорее всего, плюсиком, хотя, может, еще как-то, не знаю. Клейпсы Роу это у нас уже было, это бесполезно. Я понимаю, что она остается постоянно одинаковая, да? Все это категории, судя по всему, не очень много всяких. Сплэшбэк атак. Это атакует врагов сзади как-то и сплэшем причем еще. Хотя мне казалось, что оно по линии иногда било у меня. Либо я ошибаюсь. Оно мне попадалось тоже. Текс, что нам надо с соперки с желтенькими?
поехали потихоньку собирать. Еще и зубы сейчас прокнем тут. Так, сразу убираем этих. Надо два раза прожать, иначе мы этих не вынесем. Два раза мы вряд ли успеем. Клипс нам сейчас не даст ничего. Хотя, да, не даст. Думал, может быть, кости как-то получится сократить. Но тут-то было. Ладно, кости в любом случае стоит взять, чтобы просто убрать вот этого, потому что эта троица будет на следующий ход атаковать точно. А вот соперки подоспели. Ну, кстати говоря, флип. И теперь вот так сокращаем. Убираем мы вот этого, это сразу на два хода его заблокирует. Во, первая атака всех нелетающих. Есть. Давайте ударяем сразу. Так, ну и пропуск. Они сейчас не атакуют никто из них, по-моему, да? Хотя, нет, вот эти двое, да. Они частенько атаковать начинают. Они вроде как не могут атаковать. Вы не сделали сейчас два действия, казалось бы. А, нет, наверное, все-таки. Да, не считается действием их возвращение обратно, вот. Так, ладно, значит, надо их как-то убрать сейчас, а с этим можно и подождать, в принципе. Либо... Ну да, надо убирать. Мы не сможем здесь семерку никак сделать никакую. Желтенький, как же вас тут сократить, да? На третью встанет, ничего не поменяется касаемо желтых. Можно, допустим? Нельзя, допустим. Можно желтые сократить в три хода, но это слишком дорого. Надо атаковать вот этих тем более. Если, допустим, поставим так и вот так. Черт его знает, что из этого выйдет. Если так. У нас вариантов, по сути, атаковать их только с костей есть. По-любому, вот делаем вот этот раз. Тут либо два вот так. Либо два вот так. Какой вариант интереснее? Допустим, такой пусть будет. Там, по-моему, желтенький сейчас можем сократить еще. Ай, надо было вправо. Вправо хп у него мало ведь. Нет, да, сможем сократить желтенькие. Можно защиту себе поставить. Или стоп, если мы зеленые сейчас можем сократить. Сможем или нет? Мы бы вынесли всех нижних и этого бы убрали еще. У нас есть только один флип. Можем поставить сюда и сюда зеленую, не поможет это. Можем поставить вот эту зеленую вот сюда, но у нас здесь нет зеленой, к сожалению. Не, по-моему, не получится. Только защиту брать себе сейчас. Мы и протаковать их не можем. Ладно, в принципе, тогда подзатянется немножечко у нас здесь. Мы зеленый следующего хода сократим, но тогда мы их вынесем всех. О, сплэшбэк атака, кстати. Нет, это нам не надо пока что. Она ударит мобов сзади, которых мы и так вынесем на следующий ход. Так, по бокам сейчас двое будут атаковать. Много ударов летит мне в лицо. Почему на... А, нет, стоп, хорошо как раз таки. Сейчас за два хода сократим зеленый, одного уберем. Вот этого, допустим. Там сплэш-атак есть еще, который мы сможем заюзать, если захотим. Так, ну поехали тогда. Раз. Флип сюда. А, или... Или можно сделать, в принципе, вот так. И вообще не париться. Тогда мы точно ничего не протыкаем. Это убираем раз, это убираем два. Используем каблук. Выносим всех мелких. И теперь просто у нас издевательство над вот этими остается. Особенно их приятно выносить на самом деле за мертвого Бамбу, потому что у него он их просто контрит. Одну муху нагнал на кого-нибудь из этих. На слой. Оказывается, по одной мухе на слой можно нагонять. Вот так вот муха работает. И она в конце твоего хода, вернее, в конце вражеского хода, в начале твоего хода, она атакует как раз-таки ближайшего врага. Вот так вот примерно она работает. А, давайте кости собирать потихонечку. Ну да, вот так. А у нас семерка будет сейчас. Хорош. И они, как только они там, не знаю, вылезли, собираются атаковать, и муха обратно их закидывает наверх. Поэтому она их контрит прям полностью. Но при этом сама по себе она бьет все равно слабо, как бы. Только вот первой атаки у Dead Bamba, вот это вот, когда он запускает эту муху, она бьет сильно. А когда уже повторно она сама по себе пассивно атакует, то там уже по мелочи.
Но, в принципе, это справедливо. Так, у нас золотая комната сейчас, да, уже? Это... Второй босс сейчас будет? Нет, не золотая комната, нифига, это просто такая прогрузка почему-то долгая. Вот и... А, стоп. Ооо, попиморф атак, это прикольная штука, я не помню, она мне попадалась на записи или нет. По-моему, она мне попадалась вне записи. Она, в общем-то, превращает врага либо в какаху, вообще, которая прям, которую надо ломать, то есть, да, которая не враг, либо в маленького моба какаху. Причем любого врага превращает вообще. Очень крутая штука, но сейчас, в принципе, можем... Хотя мы здесь все в пазлах как раз-таки. Я вот не знаю, она сработает на вот этого, кстати, или нет. Атака по строке, так понимаю, да? Роут и строка вроде. Дает Зерману, смеш этайл кинда, чего? Ударяет фишкой кинда? Что это за вот это вот слово? Reroll tiles of the same type. Reroll выбранный тип фишек, короче говоря. Так, ладно. Мне нравится. Желтые как-то кряво сократятся у нас здесь. Может зубы сократить, но они никого не вынесут. Надо кости сокращать, вот что. Кости снесут, кости у нас тащат. Если мы сдвинем сюда, допустим, желтые станут кривые. Если так, станут чуть получше. А, так мы кости поставим криво. Так, ладно, тогда давайте здесь сократим, в принципе. У нас кости повышены уронами, поэтому их гораздо выгоднее сокращать сейчас нам, чем зубы. Все-таки Кинга тащит. О, это вин. Это раз... А, нет, стоп, это не вин. Это не вин, нифига подобного. Это не победа. Я думал, типа, раз, два слева, но мы тогда вот этот-то не сдвинем. Черт. Какой облом. Что вот это делает? Pick a tile to destroy. Выберите фишку, которую надо сломать. Одну фишку просто? А, так это тот самый, как у... Как у второго бамба, что ли? Допустим, вот эту. Оу, оно рядышком сломало еще. Я надеялся, что здесь упадет просто зубик сверху, но не падает. Если я вот эту сломаю, допустим. О! А, нет, все-таки рядышком, по-моему, она не ломает. Ну окей, тогда мы ставим защиту от вот этого. Можно еще попробовать защиту поставить вот сюда, допустим. Раз, два. У нас сейчас кости поломались. Тут и, блин. Всегда мозга у меня соображает, конечно. Думал, на следующий ход, типа, получится сократить. Семерочку не получится. Если сделать так. Вот так по-любому выгодно. По-любому хороший ход. Ну вот это, допустим, блокируем, чтобы он не атаковал нас. Ну и по нему же плюху и кинем. А я зубы сократил, да? Молодец. Не заметил. Не врубился даже, как они сократились. Ладно, проворонил я здесь все, конечно. Можно было их очень быстро вскоре снести. Накосячил. Да, это действительно по строке бьет. Так какой смысл тогда выбирать цель? Или я могу выбрать, какую строку я могу бить, что ли? Прикольно, если так. Ну, поехали, кости опять. Допустим, вот в этого. Хотя лучше было вот этого снести, тогда бы этот бы передвинулся, а его мы гораздо быстрее снесем, чем того. Давайте сломаем сердечко, потому что у нас здесь сократятся на халяву. У нас чуть-чуть не хватит ходов. Ну ладно. В принципе, на следующий ход мы с тобой сделаем, это комбо. Семерка желтых будет у нас. Я не против. Там еще что-то. А, хорошо. Так, а можно мне зеленый наконец-то зарядить? Оно все никак не заряжается мне ни в какую. Я бы с радостью кого-нибудь здесь из них удалил уже. Во, ребят, сейчас у нас будет, смотрите, семерка зеленых. Раз, два. Красиво, редко такое сокращение попадается. Мне второй раз, по-моему, только. Оно мне за кадром даже не попадалось ни разу. Так, вот это уберем отсюда. В него не работает, потому что не иммунитет к вот этому, к мечу. Понятно. Потому что я думал, что это все-таки не посчитается. Все-таки оно еще как считается. Ну, поставим себе защиту, допустим.
меня еще была такая тема, что вот можно, например, если у тебя стоит... Как бы так поставить? Представить такое. Например, здесь три кости стоят, а ты ставишь так, чтобы у тебя здесь были три зуба, а здесь была звездочка. Эта звездочка сокращает и зубы, и кости тогда вот так вот. Она как бы входит в комбо обоих этих цветов. Это как бы тоже очевидно, но я об этом тоже как-то особо не задумывался ранее. А, надо зубы. Кости, то есть. Зубы, то есть кости. Да, именно так. Еще какую-то тему хотел сказать интересную. И забыл ее, мысль упустил. Ну, давайте потихонечку начнем их тут колбасить. Очень потихонечку, конечно. Это мисклик. Называется мисклик. У меня, кстати, это, кстати говоря, такое регулярно уже было. Ну, тут, в принципе, не страшно. Даже думать особо не надо в этом бою уже. Все враги валятся и так. Да, мы на второй слой можем. Хотя, может, потому что только враг только на втором слое был. Ну и гасим его. А, еще вот что я хотел сказать. Это то, что звездочки, вот эти Wild, у них есть еще одна особенность, которую я тоже как-то почему-то, я об этом не думал и не знал. Мне это даже в голову не приходило. А какую ману они дают? И, по-моему, они дают, все маны дают по чуть-чуть, по одной. То есть не ту ману, в комбо которую они вошли, а всем всю ману дают. Поэтому звездочки, они в этом плане тоже очень выгодны. Если у тебя есть возможность генерировать звездочки, то эта возможность может оказаться крайне выгодной, особенно если она реролит свои ресурсы как-нибудь. Вау, вот это хорошая штука. It's more a selected of tile. А давайте вот возьмем грибочек. Я надеюсь, что он не будет реролиться. Если будет, то и... Надеюсь, что после рерола будет сам, как его, активная активка наша. Shy girl. И опять у меня все что-то повисло, как-то в серии, как у нас косячно сейчас. Это выходит? Каждый раз бамба начинает тормозить меня все больше и больше. Почему так, не знаю. И активка тоже меняется, серьезно. Converted hearts into soul heart. Она, надеюсь, в соотношении нормальном даст или как? В смысле? Она дала целость... Оно опустошает, но не ломает контейнер. Мне кажется, ли это выгодно вообще, капец как? Типа, всегда я готов опустошить сердце, чтобы получить Soul Heart целый. Сердце я могу восстановить, Soul Heart вряд ли. Получу на халяву. Окей. Так, что с ними делать? А, костей много. Но кости коряво стоят. Сейчас поставим раз. Передвинем все это вот сюда. Три ход. Раз ход, два ход, три ход. По-моему, мы сейчас семерку сделаем. За два хода, как раз таки в конце второго хода. Стоп, нет, не сделаем. Нет, сделаем. Так. Да. Отлично, поехали. Я... Какой семерка! Семерка, блин, а здесь ничего, что ли? Двойной, тот самый, двойной пробел. Молодец. Вот это фейл. Hits all flying. Вот это косяк. Это большой фейл. Я могу их как-то снести? А, стоп. Нет, стоп, я семерку делаю. Просто надо вот так. Нет, не делаю. Я же ход потратил только что. Кто-то разогнался, слишком-слишком сильно его остановили. Сейчас буду бить. Больно и мучительно. Они меня три раза ударят. Это будет очень больно. Я не могу им помешать сейчас. Вот это, ребят, вот просто не говорите мне ничего про вот этот косяк. Это прям дикий фейл. Ладно, допустим. Раз, два... Нет, он два раза ударит. Тот начнет заряжать. Нет, три раза все-таки. Офигеть. Раскрошили. Честно говоря, такого прогона я не ожидал. Надеюсь, что я пачку дизов сейчас за это не схлопотал. Но теперь зато мы его крошим уже. Два хода остается. Можно раз. Так, семья дамага. Заклинания мне наши не нравятся, честно, большинство. Как-то они каждый раз выпадают какие-то... Ну, прям вот не то, что я люблю. Итак, that kills you on kill. При смерти врага похилит себя, ну. Попробуй еще заряди это. Дает ману и проклятие. Больше выбранных. Что с этим всем делать?
семерочку. Сократить. Попытаться набрать. А мы сейчас опять не наберем, по-моему, кстати. Да ты серьезно, что ли? Что ж он так коряво-то распределяет свои ходы? Нехорошо, точнее, наоборот, для нас. Расход. Потом я выгоду не получу с этого. Но все равно попробуем. Четыре хода, но мы возвращаем вот это, и у нас все то же самое будет. Расход, два ход. Три ход можем сократить. Надо этого моба атаковать, блин, они. Париться с ним и страдать тут что-то как-то. Хотя. Что-то коричневое появится. А если сделать так? Стоп. Тогда надо сделать. У нас получается, у нас будет. Вот так, да. Вот это у нас краски станет седьмой. Ставим раз, два, три. Я все-таки сделал всемирное сокращение, отлично. Хорошо, теперь поехали уже поспокойнее с ними сражаться. А вот и резист, кстати. Может, сможем похиляться еще. Интересно, если мы добиваем вот этого, мы сможем хильнуться, нет? Чего нам не хватает для вот этой штуки? Ага, только желтых. Желтый — это дело наживное, это сейчас будет. Попробую еще в наруших вовремя. Пусть будет так. Попробуем, допустим, снести тебя. Да, оно хилит, отлично. Сейчас можем, по крайней мере, восстановить все наши. А в принципе, мы и так можем. Плавненько еще восстановили. По крайней мере, красный хп я восстановлю. Я мог бы забузить сейчас нашу активку и там зарегаться ею еще по полной программе. Синих сердец набрать, по красной восстановить. Но слишком будет долго, его быть надо. Допустим, идем тебя. А вот он. Недалеко ты спрятался. А где все мои фишки? Почему у меня тут из самых костей, из этих самых желтых, вообще не видно практически? Прям все заменили. Так, давайте соперки сокращать. Вот так. Обездвижим тебя. Нет смысла это использовать сейчас. Это надо сохранить себе на потом. Его мы просто кусаем. Ставим защиту налево. Там, где она заканчивалась. Я думал, сейчас еще посмеет в конце хода уйти. Я бы на него ругался сейчас. Так, мне нужны зубы, мне нужны желтые опять. Давайте. Зубы есть, желтые скоро будут. Ну как скоро? Не очень-то и скоро. Если так. Много ходов, ну ладно. Потерпим. Я хочу похиляться. В конце концов забрать то, что взяли эти враги у меня. Два, три. Плюс один ход. Только главное не по... стоп, мы даже маску сбивая похилялись. Типа маска считается отдельным противником. Ладно, допустим. Убрать остальных, ударить его. И все, да, я закончился. Добиваем напоследок. Затянулся бой сильно. Протупил кто-то там вначале, но насобирал семерку сокращать. Потом такой сдвинул, типа, нашел положение для семерки, в котором у нас как раз-таки одна клетка остается, но при этом не учел, что у меня ходы закончатся. Ну вот, фейл. Ну ладно, в принципе, на синие сердца, на Soul Heart я никогда особо не рассчитывал. Кстати, есть жизнь, но я себе возьму, наверное, крит шанс. Хотя, стоп, у меня шанс крита маленький совсем. Знаете что, one up. С моими затупами. Я не знаю, это должна быть жизнь вроде как, но я ни разу не умирал с этой штукой. О. Больше зеленых, больше коричневых. Не знаю, честно говоря, что-то из этого мы хотим или нет. Потому что у меня количество тренинг, оно ограничено. У меня они потом выпадать из меня начнут, если мы их наберем слишком много. А мне их на халяву еще предлагать будут. Ну, дэмэдж пойдет, в принципе. Я бы еще разок крутанул бы. Значит, что мы пойдем в следующий магазин. И там уже, возможно, прокрутим два раза. Посмотрим, посмотря какие там активки будут. Тренинги, точнее, предлагаться. Но просто не хочется их набирать слишком много, чтобы потом их пришлось менять. Вот петаль часто попадается
на последнем этаже, которая дает одноразовая, дает 18 маны, рандомно как-то распределяющиеся. Она прям на последнего босса берешь, и тебе просто все. Все в шоколаде, целая куча маны. Гейн и Soul Heart, спасибо. Очень просто. Хорошая штука, чем я могу тут сказать. Просто хп-шечку синюю дали. До халявы. Hits all enemies. Вообще от активок играть очень выгодно. То есть он, если набрать ему 4 активки, например, они будут рериолиться каждый бой, и они будут все заряжены. Ты все можешь использовать каждый бой. Прям очень круто. 3 звезды дает. Hits all non-flying. Полезно, когда все враги летающие. Прям жесть, как полезно. Хорошо, что хотя бы у них иммунитет к атакам вот этим, а не к пазлам. У нас пазл дэмэджа нету. Толк. Как бы тут можно ли так поставить, чтобы... Нельзя, по-моему, так поставить, да? Чтобы сократить и зубы, и зелененькие фишки еще. Ну, мне что из этого интересно. Кости и коричневые фишки, значит. Судя по всему, придется брать защиту. Что, если так? Получится. О, вот так можно поставить. А, и все слетит все равно. Ладно, поехали. Надо ставить защиту в центр, потому что вот этот, если он начнет атаковать, он делает сразу двойную атаку. Это безумно противно. Дурацкая у него есть такая привычка. Как все коряво встает, однако. Я прям поражен. А, вот так хорошо. Более-менее пойдет. Пробиваем сразу центр. Этот самый опасный. Проклятие дает. Он редко атакует в первый ход, но со временем как разгонится, ты никаких щитов не наберешься. Так, строку убирает, да? Строку можно убрать, вот эту строку, сократить здесь зубы. Вылезти с центрального, а его опять не защищают. По полной программе. В принципе, можно двойной щит себе поставить и не париться. Насчет этого монстра больше. На ближайшие, по крайней мере, несколько действий. Надо будет только вынести какого-то огонька, который будет сбоку. А, он муху вызвал. Да ё-моё. Ну, как так? Как так можно было? Можно муху снести, в принципе. Наверное, стоит это сделать. В любом случае, не стоит ее с ней затягивать. Зеленая суперка, вот когда враг атакует именно, она выигрывает чаще всего меньше времени, чем коричневая фишка, потому что на защиту как бы она блокирует только один ход суперка, а это как бы чаще всего два хода противника заблокирует. Подготовку к атаке и саму атаку, соответственно. Я не могу их вынести сейчас. Нечем, просто нечем, вообще нечем. Тогда тянем время, пока мы не выберем фишек. Можем попытаться кости набрать. А мы не наберем такое количество. Или наберем? Нет, наберем. Вот так. Еще какаху вызвал. Но пока он призывает, в принципе, таких не самых агрессивных монстров, я не против. О, можно еще вот так сделать. У нас здесь три проклятия уже. У меня вот, кстати, с проклятием была такая тема забавная еще. Когда у тебя вот целая гора просто проклятий, везде все напичкано. Когда то ли ты сам там бываешь иногда, бывает иногда там. О, добавить 3 звезды давай. Добавляешь звезду с проклятиями, либо просто есть враги, которые проклятия накладывают, либо и то, и то. То проклятия могут сами по себе появиться и собраться 4 в ряд. У меня один раз было такое, что они 4 в ряд собрались, появились, то есть так вот, и не сократились. А было такое, что враг их вызвал, вот как раз после забега, по-моему, такой был. И они сами сократились сразу же. Такс. Можно так сделать. Я вот не знаю, звезда сокращается с проклятием или нет, но проверять это, честно говоря, не хочется совершенно. Ну, давайте, допустим. Немножко бесполезных, вот. Как и вот это. Столько дамага. Вливать в одного моба, которого один хп. Так, можно зеленый уже начать сокращать. В принципе, здесь эти враги не имеют иммунитета к ним. Поэтому поехали. Еще давай кинем. It's all non-flying. А, у нас non-flying, да, очень полезно. It's all enemies, вообще всех. Это нужны зубы. Не зубы, а кости. Значит, давайте сократим вот этот вот слой с проклятиями целой кучей.
Он мне не особо нравится. Ну какой же противный моб, ну хорош ты, доберись до него, а. Урона у нас совершенно сейчас нету. Прям сильно не хватает. Ну потихоньку сейчас начнем пробивать. Потому что он еще и второго моба, да-да-да, вызывает. Всех ударяем раз. Вау. Потоп какой. Я, по-моему, не видел эту анимацию раньше. Или, может быть... А вот не помню, что-то знакомое все равно. Может, в каких-то первых сериях она нам попадалась. Я уже этого не помню. Во, наконец-то. Можно его заблокировать. При этом еще желтые здесь выстроить вот так. Чтобы просто их проскибать. Не надо. Можно еще его там заблокировать. Он, в принципе, делает только одно действие за ход. Поэтому надолго в отключке у нас будет сейчас. Давайте так, допустим, сделаем. Прямо чтоб наверняка. Пропуск. А теперь сокращаем просто. Надо сократить 5 костей. А вот как раз таки идеально встают. И тут 4. Они же сократятся раньше времени. Сколько раз я на этот трюк попадался уже? Что они там в 4 встанут? Я такой собираюсь там 5 их добавить. Но они же там 4 в ряд уже сократятся. Я это что-то как не учитываю. Тогда зубы. Двенадцать монеток. Должно к концу этажа этого набраться у нас, в принципе, тридцаточка. Я там достаточно много оставил после предыдущего, это сам казино, или как это называется, локация. Здесь не магазин, это именно вроде как казино или что-то такое. Так, мне очень интересно, какая у нас сейчас будет активка после этого боя появится. Так, мана гейнинг атак. Мана, дающая атаку? Чего? Не понял, стоп. А, вот это я не понимаю, что такое фишхук. Рыболовный крючок. А, дает ману и проклятие. Так себе. Вообще нам как бы без разницы. Мы это берем, допустим, и берем себе вместо... Не знаю, вместо чего. Допустим, вот этого. То есть нам есть смысл как бы менять, потому что мы категорию заклинания поменяли сейчас. С вот этого вот, которого там какая-то значок бездны, что ли, был нарисован, войда. На значок атаки. Просто, чтобы разнообразить наши виды ударов. Сплэш дэмэдж атак. Это получше. Game coins to next damage taken. Ага, дает монетки равное количеству получаемого урона или отдающего. Если получаемого, то это что-то как-то пол урона всего лишь будет. Да и не хочу я пропускать лишний раз. Если входящего врага, то прикольная штука. Эти заразы толстые, они по 2 хода делают. Давайте вот так сократим. Но при этом, может, есть смысл первого вот этого угасить. Не-не-не, вот этих надо. Они начнут ходить, атаковать меня каждый ход, и я не наберусь. А в чем? А в чем прикол? Типа, он дает звездочку одну и проклятие одно. У нас там было то же самое, одну звездочку дает за 4 заклинания. И без проклятий. Или оно дает не одну звездочку, может быть. Разве что, если вот так вот. Так, защита. Защиту ставим. Они могут сдвинуться. Надеюсь, что не сдвинутся. Надеюсь, что они не очень сообразительные. Knockback front row. Ну, кстати, они начнут атаковать. Можем их откинуть просто. Если наберем нужную ману. Нам надо только кости для этого, кстати. Всего лишь кости собрать. Вообще не проблема. Хильнули его. Или он сам хиляется. Я уже не помню, если честно. Допустим, так, да? Или нет? Или, может быть, сократить больше костей? А давайте больше сократим костей. Они, в принципе, выгодные для нас. Вот этого лупа потихоньку. Мисклик. С этим 3D странным таким. Не 3D, а вот каким-то вот этим вот. Оу. В смысле? Нет. А почему он меня ударил? Почему на нем был яд, я, во-первых, не понял. Откуда он взялся? Во-вторых, почему он меня ударил? Если мы его откинули, у нее должна была прерваться атака. Вот этот нас не ударил, например. А этот ударил. И он еще и похилялся полностью. Охренеть. Ну, он нам целое сердце пробил? Или мне показалось? Этот дает 2 атаки. Это очень плохо. Это еще удар сделает. То мы ему даем яд. Надо его вынести. Срочно. Допустим. Чтобы его снести, надо нести кости. 2 хода есть как раз таки.
Работает. Может сделать вот так, допустим. У нас все по-прежнему останется, если кость придет, потому что... Ну ладно, выносим тогда этого центрального. Мы получим сейчас, скорее всего, еще один удар. Противная комната очень оказалась. Ох, ни хрена себе, сколько она там. А, нет, стоп. Вот сейчас он не атаковал, кстати. Ну, вроде у него должна слетать атака, когда мы откидываем его назад. А, это можно вообще каждый ход использовать точно. Семерка? Хотя с моим просчетом семерок, можно на них не надеяться особо. Ну, типа раз, вправо два, но мы не сократим просто. Да и толку мне с нее. Если она их не снесет. Если я сделаю так... Коряво, коряво все будет. Ну ладно. Давайте сначала от дефа играть тогда. От дефа нам будет выгоднее. Так, у нас здесь справа вот это. Можно их убрать отсюда. Давайте уберем. Вот видите, у них агро слетел. Вот так и должно быть. Как бы нам так поставить, чтобы... Так не получится. Чтобы и вот этот слой, и вот этот плот, относительно вот этой семерки, мы могли заполнить чем-то. По-моему, нет таких ходов. Да, нет таких ходов у нас. Ясно. Хотя есть вариант сделать, допустим, вот так. Сдвинуть наверх. Еще чуть-чуть. Так, ладно, допустим, мы сейчас семерку сделаем, в принципе. Какую-то надо вправо. Сдвинем вот так вправо. Вот так вправо. И наверх. Все. Семерка готова, но это нам не спасает нашу ситуацию, потому что она бьет только на 4 их. При этом они еще хиляются обратно. Ну ё-моё, какие же они противные. Чертовски противные. Обездвижим вот этого, бьем, начинаем, значит, правого. Вот такая примерно логика у нас будет. Стоп, мы можем сразу его снести как-нибудь пытаться? У нас есть целая куча костей. Пятерка соберется. Не соберется. Собралась пятерка, потому что у кого-то ходы закончились. Как же он много хиляется. Жесть просто. Хорош, успокойся, пожалуйста. Придется 3 кости на него тратить, судя по всему. Главное не промазать. Но ударили, похилялся, ударили, похилялся. Ударили, похилялся. Как работает этот моб, я не понимаю. Серьезно, он какой-то просто... Он, по-моему, раньше не был таким жестким, мне так казалось. Офигеть просто. Вот такого что-то... Как-то такого отпора я не ожидал увидеть сейчас. Допустим. ХП как не в себя у него много. А если мы вот так бьем... Он все равно отхиливается туда-сюда. Может, он отхиливается, если находится в центра... на... спереди перед нами, или собирается атаковать, если... Может быть, так работает? У меня просто предположений уже толком нету. Допустим, обоих. Нет, давайте вот... вот этого обездвижим полностью, и его, наконец-таки, уже добьем. Чтобы он точно к нам не подошел, и чтобы он не отхилялся. На это отхилялся полностью. Просто какие-то неубойные машины. Невыносимые. И в том плане, что их не снести, и в том плане, что я их терпеть не могу. Тут актуально и то, и то. Ну чем мне того бить? У меня все коряво стоит. Хотя вот так можно. Мы его наконец-таки добьем. Хотя бы одного из них, станет уже гораздо проще следить за ними. Все. Неужели? Неужели один готов?
Не знаю зачем. Просто чтобы было. Все, и поставим себе сюда двойную защиту. От него куда подальше. Подвинуть. Чтобы он не трогал ее. Так, надо целую кучу зубов, короче. Вот так почти. Вообще хорош. Мы так много наберем. Два. Дальше вот так. Нам с семерки смысла, я так понимаю, что нет. По-моему, семерка бьет слабее в одну цель, чем шестерка. Вот семерка ударила бы на 4 всех врагов. Это ударит их, видишь, одна, видите, одного на 5. Так что это выгоднее. Так, и сейчас надо все-таки проверить. А, мы не проверим. Хотел отодвинуть его на другой слой. Проверить все-таки, хилится он, когда атакует и когда стоит на первом слое, или все-таки это не так. Реально закралось такое подозрение. Все, дайте мне его. Голову сплещь ему быстрее, пока он не оклемался. Ну, а мы ему не снесем, кстати. Не снесем все хп. Он сейчас еще, смотрите, у него сейчас станет 4 хп вообще. Стопудово. Нет, не станет. Если бы он походил бы, он, наверное, похилялся бы. А вот, кстати, сейчас он не похилялся, по-моему, когда мы его ударили. Может, у него шанс какой-то. Я думал, что он сейчас похиляется, потому что на своем ходе еще 2 раза хильнется. Да. Нет. Ну серьезно. Да. Ладно, у нас другие заклинания зато. Сплэшбэк атак. Так, that heals you don't kill. Понятно. Рерол столбца. Damage goes up with each hit. А, это иголка. Make a poop shield. Пусть будет. Вот здесь, слева. Сразу защита идет. Второй одинаковый бой. Я бы предпочел, чтобы игра не давала таких больше вариантов. Таких комнат повторно. Я сразу поставлю себе целую кучу просто дефа направо. Я черт возьми, я проклинать его буду, если он сдвинется. И этот такой... Что ж ты такой агрессивный-то, а? Тебе по-человечески, а ты кусаешься? Ну, давайте, допустим, вот так. Мне интересно, если я его заблокирую, мы заблокируем обе его атаки, он как бы делает одну атаку двойную или все-таки 2 атаки делает? Мне кажется, что он делает одну атаку двойную просто, и все. В этом его особенность. Допустим, кости. Мы можем его на следующий ход добить, в принципе, за 2 хода, за 2 движения. Но нам надо как-то от левого защититься еще. Да, все-таки он делает одну атаку двойную. Я был прав. В этом догадался. А, можем его... Нет, не можем, да. 1 ход. Просто если мы походим вот так, вот так, мы потом за 1 ход не сможем заблокировать вот этого. Защититься от него. Если мы сделаем так. Или так. В принципе, можно попробовать, допустим, вот так. Вдруг из этого что-то выйдет. Перерол колонну. Переролить колонну. Можно попытаться будет. А, давайте сделаем, во-первых, вот так точно. Атакуем центрального. Нам надо его важнее снести. Он больнее нас ударит. Так, у нас на 2 заклинания, на это и на это у нас не хватит. А, стоп, у нас хватает на 2 вот таких заклинания. То есть мы бьем сейчас этого раз, оно усиляется, он отхиляется. Бесполезная атака, абсурд. Этого мы добиваем. У нас 2 хода остается на защиту. Это уже посерьезнее выглядит, и мы при этом на них все равно ничего сделать не можем. Нет, можем вот так. Ну так даже лучше. Кости поинтереснее встанут и сразу сократятся. Ну то, что они сократятся, я там, правда, не рассчитал. Но то, что они лучше будут стоять, то да. Даст желтой маны. Не надо, спасибо. Отхилялся полностью. Не надо просто вливать огромный дамаг разово как-то. Разово большой урон. По-другому его не снести. И у нас, кстати говоря, щита сейчас не светит абсолютно. Можно дать много урона, но мы его не вынесем.
этим мобом-то делать? Что ж с ним не так-то, а? В конце концов. Допустим, рерол тогда. Что нам надо реролить? Надо вот где-то найти коричневые. А, стоп, мы коричневые. Стоп, мы можем их сократить. У нас есть чем сократить. Да, звезда есть. Тогда поехали. Тогда давайте. Потянем время. Правда, мы второго не выносим. Второго сейчас защита уже слетит. Зато у нас здесь шестерка попахивает. Пятерка, точнее. Пятерка не так круто, конечно. Если на халяву упадет. А вот на халяву и упала, кстати. Хорош. Он хиляется. Ну что ж ты такой, как не свой-то, а? Как не родной. На тебе еще. Еще хильнулся. Понятно. А, во, можно сократить все-таки. Сокращаем. Мы его сейчас не добьем. Мы ему единичку вливаем всего лишь. А, и ходы закончились. Он еще хильнулся. Сколько раз я его ударил, я ему отнял всего лишь суммарно 2 хп. Я просто негодую с этого моба, серьезно. Мне кажется, что он слишком жесткий по сравнению со всеми другими мобами на этаже. Вообще нечего сделать им. Вау. Я не понимаю, почему они такие жесткие. У нас нечем их откинуть, просто нечем. У нас есть одна жизнь, я понимаю, что нельзя опускать руки, что мы должны вывести этот забег все равно, но... Ужас какой-то! А, мы можем соперки сократить на халяву, кстати. Ну, почти на халяву, то есть. Так лучше. Или нет. Не знаю, как лучше, но вот так пойдет, в принципе. Допустим, обездвижим тебя. Может, он с зеленой соплей не будет хиляться хотя бы, я не знаю. Точно, нам надо вот это заряжать срочно, у нас это зарядило сейчас. 3 урона. 2 раза можем бабахнуть. 2 раза нам не хватит. 2 раза нам хватит, чтобы вынести правого. Нет, не хватит, но он хиляется. Зеленые я не могу сократить больше, да? Или могу? Стоп. У меня 2 хода, я могу сократить еще зеленые. Тогда давайте, это стоит того. Так, сейчас мы сначала стреляем. Стоп, вот в этого стреляем, вдруг он не отхилится. Он не отхилился, слушайте. Он реально не отхилился, если на нем висит соперка. Так, ну экспериментировать я не буду, я их просто добью вот так. Это жесть. Кстати, несмотря на то, что у нас статс плюс 2, у нас иголка, простите, с какого урона начинала буститься? С единички или с двоечки? Если с единички, то это нечестно. Почему так? Хотя вот не помню, честно говоря, у иголки как у нее бустится дамаг. Там когда улучшаешь, там написано типа из четверки делает пятерку или что-то такое. Хотя, по сути, у нее базовый урон изначально единица. Оно ее кап увеличивает или что? По-моему, кап у нее бесконечный. Я там до 9, по-моему, бустил. Ну, не бесконечно, там 9 капа дамага вроде как здесь. Но есть смысл вот это взять, допустим. Взять себе вместо, допустим, вот этого. И у нас это будет рероллиться. Так, третий босс. Здесь этаж. Это только третий босс. Это на третьем этаже эти монстры были. Серьезно? Они же раньше только с четвертого попадались, вроде нет. Я даже не помню, чтобы они мне попадались на третьем этаже. Когда я играл на харде уже. На усложненной версии игры. Ремувмент. Чит юст кост, давай. Несколько заклинаний сразу понизил. Бамба, смеш есть. Так, кости сразу с нас требуют. Окей, без проблем. Просишь кости, будут кости. Можем, кстати, бахнуть. Допустим, вот так. Сразу на пятерку. Надеюсь, что защита не появится перед ним. Блин, появилась. Зубы. Make wilds and curses. Рано. Пока что не надо. Слушайте, он сейчас атакует. Он атакует, он 3 хода делает. Один делает защиту, второй раз готовит, третий раз атакует. Либо призывает кого-то. Но сейчас он атаковал. Можно в 2 хода сократить, допустим. При этом мы сократим еще желтые. Ой, хороший сейчас там будет ход. У нас есть целая куча зеленых сейчас будет. О, нет, стоп. Давайте сначала так сделаем. Я предпочту добавить ему аж 3 соперки. Это полностью заблокирует его следующее действие. Он даже защиту на себя не повесит, судя по всему. Ну, а пироморф, кстати, будет работать на этого моба вообще или нет? Не знаю, кстати, я не проверял вот этого.
я немножечко сомневаюсь. Но не буду тестить, лишний ману тратить. Лучше их просто уничтожать сокращениями фишек. Которые, судя по всему, в этот раз не получится сократить нормально. Так, поставим защиту по центру, значит. Левого мы вынесем, центрального нет. Нет, центрального мы тоже можем снести. Попытаться. Снесем, кстати. Снесем. Давай еще один зубик. Черт, коричневая. У этого босса всегда ты надеешься на то, что моб, который еще один появится, что он будет такого же цвета, который как бы уже есть. Но если он раскладывает целый пасьянс разных цветов, то вот это начинается, да, проблема с этого. И удар. Но без защиты коричневый надо. Коричневый мне как раз в тему. Давай. Так, и желтый. Желтых как раз таки у меня тоже полным-полно. Это ты удачно подгадываешь мои цвета, конечно. Бамба смеш. Давайте бамба смеш. Ну, желтый появится. Нет, косточка. Я, кстати, не помню, а желтые бывают вот эти вот огоньки маленькие. Что-то мне в основном как-то вот эти попадались. Изредка зеленые. Ну, коричневый можем сделать, допустим, да. Кости теперь. Костей нету. Они есть? Нет, есть кости. Но мало. Давайте проверим пироморф атак. О, ну, блин, работает, но я перед ним, я его защитил еще двумя ударами вообще. А, куда мне столько пробивать теперь? Давайте сломаем слой себе какой-нибудь. Допустим, вот этот. Не знаю зачем. Ищу косточки. Надо много костей, чтобы пробить это все. Ладно, допустим, затянем просто время. Коричневая защита. Думт. Я атаковал еще. Фига себе, он тут. Сердечки бы сохранить, если мы вдруг найдем все-таки четвертое сердце, мы смогли бы похиляться. Ну да, надо по-любому пробивать пока что щит. Он нас ударит, получается, один раз ударит, скорее всего, кастанет еще моба вызовет. Вот коричневые, кстати, собрались. Давай в оглушение, зеленого вызвал. Пока что не вижу таких особых вариантов интересных ходов. Мы сначала будем по зеленому попадать, поэтому нам сначала по-любому надо фишки сокращать. Ах, тут такая красивая пятерка. Строй колумб. Мы можем поставить вот так, кстати. Давайте так и сделаем. Сломаем вот так. Мы сразу сокращаем зеленые. Потому что там сломали слой. Колонну, то есть. И зеленый сверху упало. Еще дали обездвижение на него. Обездействие. Обездействивание, или как-то так назвать. Ну хорош уже прям перед собой спавнить. Вот неприятно, когда он именно перед собой спавнит. Ты только начинаешь в него что-то чем-то кидаться можешь. Как? А зачем я это сократил? Я не знаю. Сердечек пока что не видно. Коричневый дайте. Ждем. Белые. Белые — это нормально. Белые — это ок. Вот так. Вниз. Как раз здесь белые можно будет потом сократить еще. Достаточно удобно для нас. Сердечко упало, отлично, сердца. Все, хилимся теперь. У нас 17 монеток, наберется там, в принципе, я думаю. На 2 лотереи. Затянулся забег гораздо сильнее, чем я думал. Если честно, у нас уже длится час 13. Охренеть просто. Час 13 забег длится уже. Этот персонаж сложнее, чем я думал изначально. Я думал, что он будет такой лайтовый достаточно. Такой веселенький, фановый. Нифига подобного. И теперь вот пришло время трех ходов, потому что я потратил целую кучу ходов просто на то, чтобы полечиться. Как мне защиту здесь поставить-то? Коричневых вообще не хватает сильно. Можно пироморфнуть его, но что-то это такое идея, по-моему. Коричневые фишки. Где же вы есть-то там, а? Здесь одна есть, но это мало. Надо искать еще какой-то потенциальный слой. Допустим, правый берем. Во! Во, вот это другое дело, вот это другой разговор. Три штуки сразу раз. И готово. Или можно вот так. Или так.
Допустим, так. Так, это сокращаем, хотя мы тут кости сломали. Может, не так стоило сделать. Зеленые фишки теперь. Ну, ё-моё, какой же босс тоже противный. Хотя, казалось бы, мне он обычно не доставляет особых проблем. А сейчас они есть. Я теперь ощутил, как неудобно все-таки тяжело играть с рандомными навыками, на которые ты абсолютно не делаешь какого-то акцента, который ты не можешь нормально прокачать даже. Так, как тебе это нужно? Ну, мы его постепенно выносим, как бы за счет того, что он получает единичку урона, когда выходит из своей формы. Во, все, готовенький. Шестерка, это готово. Шесть зубов сокращены. Фу. Ну, мы похилялись, это во-первых. Во-вторых, мы набрали 28 монеток. Да в смысле? Не хватает опять. Монеток очень мало падает, на самом деле, за этаж. Это мы прям сильно ощутили сейчас. Free spell at low HP. Халявный спел. Бесплатный. Давайте рип возьмем. Я не знаю, честно говоря, что значит халявный, что, заклинание. Активка, которая заряжается, или что значит халявная? Какая халявная? More coin rewards поздно уже. Gain green mana тоже не надо. Дает ход, может, за убийство врага. Может, если повезет. Давай 20 монеток, и я тебя крутану еще два раза. Тащи. Нет. Пазл дэмэджа нету вообще. Так, тогда давайте лотерею, ладно. Атака Viscure Styles. Атака с проклятыми фишками. Я вот не знаю, как это понимать. Мне такое уже попадалось, но я это не брал. Ну и не попадется в этот раз. Spell Change Each. А, заклинание меняется каждую комнату. Трэш. Ничего он мне не дал, понятно. До свидания, магазин. Не очень полезный. Дал нам урон у заклинаний наших, но бустится ли он все-таки? Или он тоже как бы заклинания изменились, и урон пропал? А, стоп, нет, он же нашу силу, у нас на все заклинания увеличивает. Точно. Он должен работать, сейчас посмотрим. Movement gain, так. Knockback, front row. Я не понимаю, он реально дает все-таки? О, хорош, спасибо. Reroll your current mana. У меня нет маны. Вау, какая комната. Надо пробиваться к вот этому просто напрямую. А он дает целую кучу проклятий, насколько я помню. Семерочкой пахнет. Вы чувствуете запах семерки? Вот и я не чувствую. Сначала показалось, но что-то как-то вот передумалось, походу. Раз, два, три, четыре, пять. Хватает. Если он не даст проклятий. Если он не даст проклятие, он даст проклятие, чтобы он не порушил мне ничего. Не порушил, да ладно. Чудо какое-то свершилось. Я надеюсь, что мы просто добьем его. Сразу этот ход. С теми масками, их только защищаться от них коричневыми фишками и все. Ну да, сразу. Готовенько. Это уже можешь не ломать. Хорошая комната, хорошо. Здесь есть противные комнаты с летающими этими самыми киперами, что ли, висельниками. Spells cost less for the room. For, я понимаю, что for считается. А заклинание стоит дешевле на комнату. Ну, эта активка очень дорогая, копия тринкет. Я вот не понимаю, как это работает, я вот это брал уже. А, оно копирует, блин, стоп. Оно копировало мне следующую тринку. То есть, возьму, типа, вместо вот этого мне дадут еще одну жизнь, как? Или оно копирует рандомную, может быть. Может, мне так выпало просто. Не знаю. Следующий, то есть, о котором у меня в списке как бы следующий идет по порядочку. Что-то такое. А, вот эти чертовы. Не та комната, не та, которую я имел в виду, но неприятная тоже. Вау. А, ну копирует все-таки рандомную, да. Ну, это берем сразу дамаг себе. Hit the fatter's enemy plus splash. Ё-моё, какая дорогая штука. Плюс один ход, семерка. Раз, два, три. Вообще семерка сразу в первый ход. Плюс один ход. Семерочка готова. Так, это меня радует. Плюс то, что у нас еще и дамаг с пазлов сейчас на этой комнате повыше стал. За счет этого грибочка. Мы хотя бы вольем хороший урон. Вынесу кого-нибудь? Да никого не вынесу. Одного там только бокового. Ну вот этих. Этот тоже успеет атаковать. Он делает два хода. А-та-та. Вот
так надо. Наверное. Коричневые фишки как бы поставить удачнее. Можно заблокировать эти двух, допустим. Ну вот с этим что делать тогда нам останется? Он нас уже ударит точно. А на семерку не получится? На семерку нет, не катит. Стоп, мы можем дважды вот это использовать. Мы можем сломать, допустим, опустить вот это сюда. Если мы сократим здесь раз, сдвинем два, три. Нет, не хватит так. У нас по центру здесь нигде нету хорошей фишки. Коричневой. Хотя вот здесь есть, но я до нее не дотянусь. Если я сделаю вот так, не дотянусь. Хотя если желтое сломаю, зеленое сломаю, у меня вот это упадет сама по себе. Я разок сдвину, вот это два сдвину. И вот этот на третий слой. Я правильно понимаю? Желтые ломаем. Сейчас ломаем зеленые. Сдвигаю раз. Два. Три. Многоходовочка какая, а, ребят? Смотрите-ка, видите, какие ходы? Замысловатые. Это, так сказать, мой... камбэк, или как это называется. Короче говоря, за те мои ошибки, которые были до этого, он еще хиляется. Что-то я этого тоже не помню. Семерка. Сразу, сходу. Готовы почти все. А, ну еще она усиленная была, точно. Все. Раскрошили комнату. Почти. Дайте походить. Так, хорошо. Этой комнатой я доволен. Последняя серия по бамбу вот так вот затянулась, ребят. У нас будет такая большая, но будет красивая жирная точка, скажем так. Все, и ты тоже. Пожалуйста, долой из этой комнаты. Фу. Напряжненько. Ну, босса мы должны покрошить. У нас есть жизнь, у нас есть целая куча хп. Босса я примерно понял уже, как он работает. Тоже его кучу раз убивал уже, соответственно. Он при получении урона спавнит мух. Имеет два хода на свой ход. Либо атакует, либо спавнит мух. Gain one heart. Skip ahead one room. Пожалуйста. Хорош, вот это активка. Вот это я понимаю. Просто скипнуть комнату, которая причем скипается на халяву, потому что у нас активка моментально сама по себе заряжается. Это я понимаю, ребят, дико извиняюсь за вот это вот провисание вот эти вот, это кумарит, наверное, сильно. Free booger throw. Кстати, хорошая штука. May gain bonus movement. Она дает в начале хода тебе, в начале боя, дает халявную саблю. Давайте пусть будет. Так, допустим. Можно было вместо Дракулы взять. Да, надо было вместо Дракулы брать. Или нет. А не знаю, короче. Оно всего лишь один раз поможет нам в этом бою, ну и ладно, и пойдет. Сейчас знать на момент, ребят. Какие у нас будут способности заклинания? Хоть бы там что-то было крутое, грибочек там. Тыдык. Make a poop shield, сразу используем. Ставим по центру. Так, 3 movement рандомная мана. Attack that pulls on an enemy. По-моему, эта штука, она притягивает моба к тебе на одну клетку. Но босс, на босса не сработает. Move a tile column one down. А, двигает колонну вниз. Reroll any tile. Стрелочки нарисованы. А, реролит выбранную фишку. Понятно. Дешевая штука. Бамба смеш есть, кстати говоря. Старый добрый. Нормальное заклинание. Выпали на удивление. Я ожидал какого-то трэша, если честно. Так, можно раз, два, три и на семерку рассчитывать скоро. Хорош. Мне нравится, в принципе. Ну а пофиг, а пусть бьет. Вообще без проблем. А, он не ударил. О. А, на нем соперка была. На нем была соперка. Мы, кстати, могли сократить тут соперку еще как-то попытаться. У меня была такая мысль в конце. Так, сокращаем, погнали с семеркой. Семерка дамажит его нормально. Но при этом надо, чтобы мух слишком много не осталось на поле боя. Иначе придется вручную потом расчищать. Ё-моё, 4 штуки. Я ни черта не вижу, что здесь творится. Давайте поставим вот так. Чтобы желтый потом сократить все равно можно было. Та-та. Сейчас еще ударить, да. Ну ладно, мы должны просто его за хп-пулом закрошить. Как же много... Каках вот этих вот коричневых, которые не закрощают, не самые невидимые фишки делают мне. Все в них. Надо иногда убирать. Можно ударить, допустим, так пьюлс, допустим. Ты куда? На передний слой переместился. Серьезно, я так уверенно говорил, что на боссов это не работает, на боссов это не работает. Вот это что такое?
переместился еще как. О, это была. Это был зуб. Бери муху. Хорош. Я что-то не ожидал, если честно, абсолютно такого исхода. Так, ладно. Вторая фаза будет накладывать проклятие, ее надо нанести и 6 ударов. Допустим, еще разок. Так, это раз. Ход. Давайте так используем. Я не хочу сейчас терять целую кучу здоровья. Как же неудачно зеленые расположились, да? Тут наоборот бы с коричневыми располагались. Могли бы и то, и другое одновременно сократить. Есть смысл так сделать, кстати. Да. Так и сделаем. Двойные зеленые. Мы полностью его ход заблокировали. Надо мух потихоньку убирать, чтобы на второй фазе они нам уже не мешались. Бамба, смешим, например. Можно еще в него, во-первых, запульнуть. Чтобы уж наверняка жизнь медом не казалась. И потихонечку начнем мух крошить. Хотя стоило на следующий ход их бить, кстати. Потому что мы бы били ту муху, которая начинала бы атаковать. А сейчас эти к нам сразу подлетели. А так бы они были парализованы. Что вот здесь находится? Не кость? Или вот здесь вот не кость? Не знаю. Дай мне кость, пожалуйста. Не дает. Я не хочу тратить лишний ход на это. Дай кость, пожалуйста. Тебя очень прошу. Не дает. Ну ладно, хотя бы так сократим тогда. Тогда поставим себе просто защиту. Кости придется сокращать самостоятельно. Бой уже потихонечку движется к своему логическому завершению. Бамба, слышь. Давайте крюком ударим. Крюк, по-моему, заднего моба бьет, я так понимаю, да? Вообще самого заднего. Так, мы тут уже ничего не можем сделать. Хотя можем еще кое-что. Вот так можно. Хотя в этом смысл не особо было, потому что мы это в муху попадем. Надо было муху-то сначала убить, да? Не подумал кто-то. Так, давайте пропуск хода. Блин, надо было снести его все-таки, я думаю. Лучше пропустить сейчас, чтобы он мне проклятие не начал давать. Жмух-то вызвал. Давайте, переводим в следующую фазу. Рерол не таял. Давайте сократим. О, это была двойная. Теперь просто затыкиваем его целой кучей атак потихоньку. Можно их прям накопить в мане целую кучу ударов. И потом в последний ход выдать нормально. Все подряд. Вниз. Вниз. Я на этом свой ход не готов еще был завершать. Так, допустим. Не буду я тут как-то замысловато как-то пытаться что-то продумать. Потихоньку просто заколбасим его. Ну, а не в муху. Не в муху надо было. Раз. Маны набрали. Ману сейчас все потеряем, да? Два. Не хватило. Ну и ладно. Разнесем его потихонечку все равно. Проклятие еще сейчас. А, минус мув решил дать. Противный дебаф, но, кстати говоря, меньше одного хода быть не может. Сколько бы мне там ни кидали... Меньше единиц, это было бы, наверное, несправедливо, это бы контрило бы просто игрока полностью, наверное. Это, прошу прощения, ребят, у меня музыка какая-то за окном, несмотря на то, что сейчас, простите меня, 3 часа ночи, я живу на 9 этаже, и закрытые у меня окна, я все равно слышу музыку с улицы у кого-то с машины, судя по всему, кто-то проезжал. Не знаю, вы это слышали сейчас или нет. Так, ну что здесь делать-то, а? Вот это давайте сменим. Допустим, вот это. Я хочу желтенько. О, желтенько, спасибо. Кто ж тебе надо? А вот теперь костяшки есть. И это последний наш ход. Потому что он наконец-таки готов. В принципе, бомба не такая сложная игра оказалась, как мне, в принципе, казалось изначально. То есть здесь можно как бы практически всегда выходить из боя сухим и невредимым. Если особо не тормозить. А реиграбельность, ну, ее такая, знаете, имеет свои... Не слишком высокие пределы. Finally, Bumbo happy. Now Bumbo can be alone, alone with coin. But Bumbo hears something, something mean, something huge, something... Isaac, who were you talking to? Where did you get that stuff? I thought I threw it out. He left us, Isaac. He's gone.
He never loved us. Don't you get it? No, no, Mama, please. Isaac, listen to me. It's just us now. It's just us now, Isaac. You and Mama. Вот такая вот у нас заставочка, как всегда. Само собой, посмотрим все полностью на завершении. Меня каждый раз оно улыбает все равно. Хоть я и знаю, что будет. Вот этого я не ожидал, что-то Т6. Там всегда монетка выпадала, типа третья. Оказывается, не только монетка может упасть, да? Т6 открыли артефакт Айсика. В завершении игры, да? Стартовый артефакт самого первого персонажа. Как-то так, ребят. Игра прикольная, такая нестандартная достаточно, но мне кажется, что у нее много таких косячных моментов, то есть не оптимизированных еще. Я не знаю, будет ли она развиваться дальше. Там многие отмечали, что контента у нее не так много. В принципе, я бы согласился, но я получил свое удовольствие от прохождения, в принципе. И само собой послушаем. Oh, he got the coin inside himself. Himself, he got the coin, yeah. Whoa, don't you know it's a coin that he's got? Whoa, yeah. Don't you know he's a wanted, wanted, yeah. Whoa, yeah. He's got that special coin that he smashed that dead boy, and he got his coin too. He got a coin, oh, oh yeah. Coin, oh yeah. Himself, he got a coin. Whoa, coin, the coin, the 99, 99. Whoa, coin. Мне писали под прошлую серию, собственно, под предпоследней, соответственно, как она будет в плейлисте Бамба. Перевод этой песенки, он очень такой забавный, абсолютно такой, знаете, крайне высокоинтеллектуальный, я бы сказал. Завершили мы игру за последнего персонажа, но при этом у нас за него будет только одна монетка, потому что я один раз прошел только игру. Фух, ну я скажу, персонаж оказался тяжелее, чем я думал. Он начало у него как бы простое, дальше ему сильно зависит от того, что ему выпадет. И некоторых врагов все-таки я вот не понял, что делать с теми мобами. Они какие-то просто перебафы, они столько хиляются. С каждого получения урона это перебор. Потому что если нет пазл дэмэджа, то ты с каждого пазла бьешь очень мало. Если только не сокращаешь какие-то большие сокращения, что удается, к сожалению, не всегда. И при этом нам надо, как бы если их двое, то тебе надо каждый ход, чтобы блокировать, тебе надо разыгрывать по две защиты. Это жесть. А так, ребят, мы завершаем, собственно, прохождение этой игрушки. Следующая игра на канале планируется Селест, собственно, после этой игры, которую многие ожидали. Сколько я знаю, это платформер, который достаточно тяжелый, и при этом там как бы тяжесть за счет просто интересного, она как бы интересная и справедливая. Ну, то есть качественно сделанный платформер, насколько я слышал. Потому что бывают такие, знаете, инди какие-то платформеры, которые тяжелые за счет того, что они просто коряво сделаны. Вот это не тот случай точно. И вот такой платформер как раз таки я обожаю. У меня эта игрушка уже есть, я ее не покупал, мне ее подарили, на мое удивление, Тумба подарил, за что ему огромное спасибо. Возможно, что еще будет Exit the Gungeon, возможно, пятой игрой на канале, не знаю, потому что он должен вроде как скоро выйти совсем. Будет видно, но после Бамбы у нас Селест как планировалось, так и пока что в планах, собственно, остается.
Так что, ребята, ожидайте, скоро будет. Надеюсь, что вам понравилось прохождение Бамба. Смотрели его не так много кто, но надеюсь, что те, кто смотрели, получили все-таки от него удовольствие, хоть я там много где тормозил. Но мне тяжело играть в игры такие, где надо там за внимание какое-то. Так что, ребят, как-то так. Но в целом, я, в принципе, доволен как сегодняшней серией, хотя которая затянулась достаточно сильно. Но забег был тяжелый, ребят. Были как вот максимально фейловый момент, где я там пропустил сразу целую кучу ударов на втором боссе за Гал, вот это вот... Шайгал, или как он там назывался, это просто была жесть. Это я буду еще вспоминать неоднократно. А на этом, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь, ребят, на канал, кто, собственно, интересуется другими рогаликами, другими играми, которые у нас будут на канале. Буду рад видеть вас на других прохождениях. Оставляйте комментарии, ребят, стараюсь отвечать. Не забывайте, конечно, оценить видео, ребят. Это помогает каналу развитию, а также меня мотивирует, радует. Если что-то не понравилось, пишите, что именно. Если это объективно и конструктивно будет расписано, то постараюсь, возможно, исправить. А я желаю, ребят, всем хорошего, отличного, позитивного настроения, такого же хорошего, удачного дня. На этом Бамба заканчивается. Надеюсь, что увидимся с вами в других прохождениях, ребят. И всем пока-пока.